В прошлом выпуске новостей мы уже рассказывали о махинациях, которые проводят с материнским капиталом фирмы, предлагающие услуги по его обналичиванию. Сегодня мы вновь хотим вернуться к этой теме и рассказать, как же законно получить деньги из маткапитала. Подробности в следующем материале выпуска. В закон о дополнительных мерах государственной поддержки семей было внесено изменение. Теперь, с 1 января 2018 года, нуждающиеся семьи могут получать за счет материнского капитала ежемесячные выплаты до достижения ребенком 1,5 лет. Как понять, что семья нуждается? Если взять суммарный доход семьи за предыдущие 12 месяцев и разделить на 12, и разделить на количество членов семьи, включая вот этого маленького ребеночка, и сумма получится вот для нашего региона меньше, чем 16 711 рублей, то все, эта семья является нуждающейся. Можно смело идти в пенсионный фонд и писать заявление. И ежемесячно эта семья будет получать за счет средств материнского капитала 9 845 рублей. Хочу напомнить мамам, что это единственная законная мера, которая может, позволяет использовать наличными деньгами материнский семейный капитал. Все другие схемы могут быть признаны незаконными, и мама может быть привлечена также к ответственности. На сегодняшний день в Славянском районе возможностью использовать средства материнского капитала и ежемесячно получать около 9,5 тысяч рублей уже воспользовалось 20 семей. Для тех, кто хочет также получать данную меру господдержки, нужно обратиться в пенсионный фонд. Сделать это необходимо как можно раньше после рождения ребенка. Предоставлять нам документы лучше до достижения 6-месячного возраста исполнения ребенка, потому что тогда мы будем возвращаться с даты рождения ребенка. Если по истечении 6 месяцев после рождения ребенка, то назначаться эта ежемесячная выплата будет с даты обращения. Значит, мамочка будет эти 6 месяцев терять в выплате. Пакет документов минимальный. Пишется заявление, предоставляется паспорта всех членов семьи, то есть мамы, папы, свидетельство о рождении деток, справки о доходах. Если мама не работает, то предоставляется трудовая книжка с указанием записи о том, что она уволена. Если возникают какие-то проблемы с получением справок, то мы помогаем. Мама нам пишет заявление, и мы помогаем запрашивать эти справки. На рассмотрение заявления отводится месяц. Когда документы будут проверены, семья сможет получать средства из материнского капитала. Обращаем ваше внимание, выплата устанавливается сроком на 1 год. Если семья захочет и в дальнейшем получать выплату, пока ребенку не исполнится 1,5 года, нужно будет снова собирать пакет документов в пенсионный фонд. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».